Всем добрый день, как ваши дела? Сегодня я хочу с вами поделиться супербыстрым рецептом кето-хлеба. Стоит хоть раз попробовать кето-хлеб, и другой вам уже просто не захочется, даже если у вас нет необходимости в кето-диете. Возьмите 3 яйца и отделите белки от желтков. Добавьте 1 стакан миндальной муки. Миндальную муку можно сделать самой, а можно уже купить готовую. В этом кето-рецепте хлеба я еще буду добавлять 5 столовых ложек псиллиума. Кто не знает, псиллиум – это растворимая клетчатка, полученная из шелухи семян подорожника, которая широко используется в программах коррекции веса, а также для поддержания здоровья кишечника. В нем содержится и грубое волокно, попадая в желудок, уменьшает аппетит, улучшает пищеварение, а также способствует естественному очищению кишечника. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя и 200 грамм воды. Так как миндальная мука мелкодисперсна, она иногда сбивается в комочки. Я предпочитаю проработать все это ложечкой. А вот благодаря псиллиуму тесто удерживает больше влаги, достигает легкой и воздушной консистенции, а также может сделать тесто более податливым при выпечке. Не забудьте посолить хлеб. Я добавила еще семечки, но можно добавить и чеснок, получается тоже очень вкусно. Теперь взбиваем белки до стоячих пик, но это не совсем обязательно. Можно сделать просто с добавленными белками, тогда текстура хлебушка не будет такой воздушной. В результате у нас получаются такие маленькие булочки для бургеров, которые очень удобно использовать для бутербродов или просто есть в прикуску. Хлеб получается очень вкусным. Попробуйте его обязательно со сливочным маслом, со специями, с рыбкой. Хлеб абсолютно без глютена, низкоуглеводный, идеально подходит для кето-диеты.
Такой кето-хлеб остается вкусным на протяжении 3-5 дней. На 3-5 день я рекомендую попробовать сделать из него тост. Получается тоже замечательно. Это классная идея для быстрого завтрака и отлично подходит для перекуса. Выпекаем в духовке 45 минут при температуре 175 градусов. Я поставила его специально вниз для того, чтобы не подгорели семечки. Это очень быстрый и простой рецепт кето-хлеба, а весь дом будет пахнуть очень вкусно. Подписывайтесь на наш канал и поставьте нам лайк. Скажите, какие у вас остались вопросы по поводу хлебушка и какие бы вы хотели, чтобы мы еще показали рецепт.